Всем большой привет, дорогие друзья! Я вот сплела бисерным ткачеством без станка браслетик из чешского бисера. В прошлом видео я показывала, как плести без станка вот это вот бисерное ткачество из бисера, но здесь был бисер Делика, поэтому я обещала, что сплету из чеха и покажу, что получится. Конечно, из Делики получается очень красиво, аккуратно, понятное дело. Но не все имеют такой бисер, такую возможность, поэтому можно плести из чеха тоже. Вот здесь у меня чешский 10-й бисер, демократичный бисер. Вот смотрите, такой браслетик у меня получился. Это мог быть и чокер. Кстати, очень красивый узор для чокера. Прям, ну, вы поняли, да, чокер? С такими вот подвесками. Здесь у меня вот эти ряды, видите, это подвески. Сначала плетется вот эта линия. Сегодня я не буду ничего показывать. Это не мастер-класс, это будет просто обзор. Смотрите, без подвесок это вот такая линия, сплетенная из чеха десятки бисерным ткачеством без станка. Здесь у меня очень простой узор. Вот такие вот треугольники. Вот смотрите, я для себя просто в походных условиях нарисовала. Взяла я тут всякие остатки бисера и, конечно, свой любимый прозрачный бисер. Он очень хорошо сочетается со всем, что только может быть. Вот смотрите, здесь у меня прозрачный бисер, и здесь тоже он имеется. Вот. В общем, вот это основа, прозрачный бисер. Здесь прозрачный треугольничек у меня вот тут есть. Ну, эффектно получается. Ну, и здесь несколько цвета бисера. Сколько здесь у меня? Темно-коричневый, белый, такой вот ярко-коричневый, бежевый и прозрачный. Всего, наверное, 5 бисера, да, 5 цветов. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 5 цвета бисера у меня здесь в сочетании. Вот. Набирала я по этому рисунку очень легко и просто. Можете вот остановить кадр. Конечно, не очень красивый рисунок. Сплела нужную мне длину. Как плести? Я ссылку на эти видео оставлю внизу. Может быть, кого-то не было на том уроке, поэтому просто оставлю ссылку. А сейчас уже показывать не буду. Какие мои ощущения, как бы, как плетется из бисера чеха, в отличие от Делики. Конечно, Деликой получается и красивее, и аккуратнее, понятное дело, но чехом тоже можно плести. И тяжело ли это? Нет, абсолютно не тяжело. Просто чуть-чуть чеха все-таки надо калибровать. У него высота бисера, да, каждого бисера чуть-чуть отличается. Это же не прям такой калиброванный бисер. Поэтому надо чуть-чуть подгонять, как бы. Вот, есть такой момент, но, в принципе, можно, вот вы видите результат, так ведь? Почему бы и нет? Запросто можно. Потом, когда я все это вот доплела, ну, замок, понятное дело, вы выбираете свой. Я вот выбрала здесь вот такой замок, который удобный, который я уже в том видео показывала. Так он вот застегивается. Вот. Поставили замок, потом только можно делать вот эти подвески, что тоже очень просто делается. Ничего сложного нет, где-то тут вот я закрепилась и вот так вот делала подвески. Повернулась, допустим, можно во всю длину вот так подняться по бисеринкам, повернуться, идти обратно и потом набрать, уйти сюда, повернуться. Ну, вот такие подвески делать можно. На подвесках я чередовала прозрачный бисер и вот такой вот основной, какой у меня вот, вот эта вот коричневая линия идет, и здесь коричневые подвески. Ну, как бы вот такой круг, да, получается. Белый круг потом вот так идет. В общем, вот так. Сколько же я набирала, это, наверное, тоже индивидуально зависит от вашего бисера, но все-таки я покажу. Вот у меня такой набор.
первый ряд, который вот, ну, мало там набора, да, 7, потом 11, потом 17, 23, 29. У меня вот так получилось. У вас может быть по-другому получиться. Вы сначала набираете. Лучше, конечно, начинать, наверное, из внешнего круга. Прикладываете вот так и смотрите. Бисер, он все-таки неровный. Разные цвета бисера, они тоже очень здорово отличаются. Поэтому вот так прям положите и смотрите, чтобы, ну, легло красиво. И количество бисера может быть абсолютно разное у вас. Вот что я хочу сказать. Ну, эти части, они такие вот подвижные. Вот. Такое интересное получилось у меня украшение. Ну, я, кажется, все уже объяснила. Уже не знаю, что тут еще рассказать вам. Может быть, какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Вот. Можно подвески делать не такие круглые, а как бы висячие. Так ведь? Вот, например, вот так. Это тоже будет красиво. Но вот такого варианта как бы у меня на канале как будто нет. Поэтому я решила сделать что-то новое. С двух сторон одинаково получается рисунок. Лица и изнанки здесь нет. Вот. Узор будет хорош и для чокера тоже. Ну, у меня вот на браслетик. Вот. Тоже красиво. Ну все, девочки, на этом я закончу свое видео. Будут вопросы, пишите, конечно же. И до следующего видео. Пока-пока.